Добрый вечер, дорогие наши друзья. Мы рады вас видеть на этой сцене, в этом зале. Здравствуйте всем. Мы рады видеть действительно вас в этом чудесном зале Центрального ордена Дружбы Народов Дома Работников Искусств. Шестой ежегодный фестиваль военной песни и поэзии имени Василия Николаевича Денисова «Мы помним ваши имена» вновь собирает друзей. Сегодня вместе с вами поэты и музыканты, авторы-исполнители, боевые друзья. И мы не сомневаемся, что каждого артиста ждет теплая встреча с вами, наш дорогой зритель. Лера, я думаю, самое время сейчас наградить наших участников фестиваля вашими аплодисментами. Спасибо вам за эти первые и такие теплые аплодисменты. Ну что ж, все наши участники тоже были рады встрече с вами. И сейчас они занимают места, готовятся к следующему выходу своему. И давайте проводим их со сцены. Спасибо.